Зима – лучшее время для геймеров. Ночь начинается в 4 дня, и теперь можно выходить из дома чаще. Солнце больше не пытается навредить нашей белой коже, а лишь иногда выжигает нам роговицы глаз. Хей, я теперь здесь! И любой ассасин может применить маскировку берсерка, а ведь никто не знает, что сокрыто за этими доспехами. По этой причине я закрываю канал и наконец-то возвращаюсь в общество. Обязательно внесу этот пункт в планы на этот год. Так уж и быть, игровая индустрия, покажи мне, чем удивить ты меня можешь новогодние праздники. И не вздумай подсунуть мне, Ира, ты этакие скидки свои заморские на игры недоделанные. Хочу я их всех очень, но денег ты моих, старец, не получишь, ибо нету. У тебя нет денег? Ты еще кто? Не беда, ведь прямо сейчас действует уникальное предложение. Погрузись в мир новогодних ивентах, бесплатных онлайн-играх. Все только для тебя, запрыгивай, дружище. А в чем подвох? Никакого подвоха, но после окончания ты впадешь в депрессию с мыслями о суициде и зря потрачено времени. Заманчиво, погнали, ничуть не подозрительный продавец мороженого. О, это Дота, нам сюда. Халадрыжество! Неужели это полноценный ивент для фанатов самой прогрессивной мультиплеер онлайн батл арена на данный момент? Тут даже новое казино завезли и премиум подписку! Однозначно лайк Габену лично в пупок и мое объективное одобрение после нескольких каток. В смысле? Чего? Да как так? А это еще что за... гейм? Что-то случилось? Да какой смысл добавлять в игру режим, в котором невозможно выиграть? Потому что мы можем. Ладно, в Стиме еще много игр. Вон в Team Fortress 2 завезли зимний кейс, из которого так и веет духом Рождества. Как же это по-новогоднему? А CSGO на время праздников сделали бесплатной и добавили большую карту, где все игроки могут вместе посидеть дома и притвориться настоящей семьей, которой у них никогда не было. Ты же в курсе, что это не ивент? Нет, это временные трудности! Может быть, попробуешь новогодний режим в Crossout? Это попытка интегрировать рекламу в мое видео? Нет. Есть что еще? Седьмой сезон Fortnite ждет тебя. Сражайся на зимней части той самой карты, что и всегда. Но теперь с боевым самолетом. А знаешь, где еще есть боевые самолеты? War Thunder! Прямо сейчас в игре действует новогодний скид. Хватит! Точно так же, как и в Neverwinter, Terra, Arcage и Black Desert. А на время зимних праздников в каждой игре ты можешь приобрести уникальный зимний скин, которым перестанешь пользоваться быстрее, чем выкинешь елку. Прекрати! Я готов заплатить! Покажи мне настоящий Новый год в играх! Сразу бы так. Это же Overwatch! Они добавили еще больше скинов и вернули прошлые режимы! В Destiny 2 завезли новый Sparrow и настоящий контент? А это зимний покров Warcraft! Я так за ним скучал! Целый год прошел! В Hitman 2 можно нарядиться Сантой и убить всех! Это так, так по-рождественски! В GTA Online снова выпал снег! Но ведь это... это все уже было! Почему в играх больше нет того самого чувства Рождества, как было раньше? Ведь вы помните, когда в GTA Online первый раз пошел снег? А когда добавили сражение Мэй против Мэй в Overwatch? Это же была дань той новогодней серии из Южного парка! Куда все это делось? Все просто, мой маленький друг Каргас. Одни не хотят тратить деньги на развлечения для крестьян, и теперь все ивенты это лишь скидки. Причем не самые большие, ведь в зимние праздники люди тратят больше денег. Другие просто выпускают большие обновления, как-то связанные с зимой. Как в PUBG, Call of Duty или Warframe. Всего новой большой зимней карты, сноубордами, эпичным боссом, новым оружием, заданиями и варфреймами. Но этот праздник еще нужен в играх, ведь только благодаря ему можно понять, какие игры будут еще долго жить, какие теряют свою популярность, а какие постепенно умирают. Кажется, я понял тебя, дедушка. Нужно идти играть в Warframe! Нет, Каргас, ты неправильно понял, даже не смей соваться туда! Вот это дубка! А в ней еще одна дубка! Подписывайся на меня и ставь лайки, если хочешь видео по Warframe. И напишите в комментариях, как ты проводишь эту зиму и какие новогодние ивенты ваши любимые. С Новым годом, семья!